Куба. Привет, с вами доктор Влад. Ну, интересно, я вот первое, значит, нашел статью. Путин разъяснил в Рио главы Башкирии смысл продэмбарго. Ну, я понимаю, что старички и старушки там, которые не соображают, говорят, что есть нечего, потому что Америка виновата, да? Но глава Башкирии начал Путину говорить, что ничего, пускай санкции, держимся, мы с продовольствием разобрались, а Путин ему объяснил, что это не санкции, а ответные меры России. Ну надо же, а. Блин. Ну ладно, там я говорю, бабушки, старушки, пенсионеры, да? А этот глава Башкирии, Радий Хабиров, умеет не встать. Активность российских военных, по словам пресс-секретаря президента, не является ответом на ракетные испытания США. Ну, помните, да, что, значит, Америка испытала новую ракету, Путин пригрозил, что он ответит адекватно, вот, и Дмитрий Песков сказал, что проведение учений – это обычная работа российской армии. При этом Минобороны уже приступило к выполнению поручения президента по подготовке ответа, однако за деталями Песков предложил обратиться к самому ведомству. Пентагон испытал ракету «Томагавк», запрещенную договором РСМД 20 августа. Днем позже две российские подлодки провели ракетные стрельбы по полигонам в Архангельской области на Камчатке. Ну, смысл поняли, да, что вот это еще не ответ. Путин великий, ужасный, он еще ответит. Так, ладно. В России предлагают вести пропаганду пользы ядерной соли. Ну, заодно и сода хорошо, да. А что тут Рошаль нарисован? Не люблю я его. Он такой, он задница лижет кому надо, кому не надо, да. Так, что тут еще? Замдиректора ФСИН предложили передать тюремную медицину Минздраву. А, Минздраву. И знаете что? Смотрите-ка. Так, по его данным, в местах лишения свободы люди умирают 2,5 раза реже, чем в целом по стране. Ну, это можно наоборот сделать. Можно просто в России ввести тюремные законы. Вот, и тогда люди будут умирать 2,5 раза реже, чем раньше было. Почему они? Может быть, действительно, цифры такие, что реже умирают. Но дело в том, что в зоне, ну, водки меньше, во всяком случае, и наркотиков, да, и там на машинах не ездят. Ну, это вот основные-то какие? Какие причины смерти-то? Автокатастрофы, водочка, а то и все вместе. Так, актеры Петру Мамонову сделали операцию. Я начал ковырять, не нашел, какая операция. Но он, да, он госпитализирован с инфарктом миокарда. Ну, может быть, ну что-то сделали ему новое сердце. Да вряд ли. Вот, наверное, шунтирование. Так, Петр Мамонов находится в первой городской больнице. Все концерты будут отменены на ближайшие. Опа! Смотрите-ка, Мамонову стало плохо 24 августа, когда он находился в деревне в 140 километрах от Москвы. От Москвы, так написано. Жена привезла его в город, где артиста срочно госпитализировали в реанимацию. Вот это да. Молодец, жена. Все-таки это 140 километров. Так, ЕК планирует отказаться от доставки своих астронавтов на МКС на российских кораблях. Это Европейское космическое агентство. Ну все, полетали, хватит. Вы представляете, сколько Россия денег потеряет, а? Астронавт Европейского космического агентства ЕК, итальянец Лука Прометано, который прибыл на Международную космическую станцию в июле этого года, ну, это недавно, да, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле «Союз». Наши астронавты будут летать на американских кораблях. Блин, это деньги. Да вы представляете, какие это деньги? Это очень хорошие деньги. Так что Рогозин новую дачу не построит. Валерия Косомара отказалась от дебатов с Любовью Соболь. А почему она отказалась? Проректор Высшей школы экономики. Изначально она согласилась и отметила, что они должны пройти на радиостанции «Эхо Москвы». Дебаты, как форум политического диалога, предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся в заведомо неравных позициях, а значит, политические дебаты между нами невозможны. А почему неравных-то? Ну, это как-то вот даже интересно. Почему это неравных? Что, она так себя высоко ставит, что ли? Чудно. Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут объявлением войны. Ну, не то чтобы назвал, но он сказал, что можно расценить как объявление войны, а можно и не расценять. Да.
Признаки, во, признаки увидел. Это как перевести, ребята. Как известно, Блюхер не переводится. Спасение президента и диснеевская классика. Что смотрит США? Вот это интересно. Лидерство. Лидерство. Кто захватил? Падение ангела, ребят. Я вам рассказывал про это дело. Джерард Батлер играет. Было падение Лондона. Падение Белого дома. И вот сейчас падение Моргана Фримена. То есть Морган Фримен играет президента США. В свои первые выходные лента заработала 21,3 миллиона. Ощутимо превзойдя ожидания экспертов, те полагали, что проект не соберет и 14. А он заработал 21 на втором месте. На втором месте комедия «Хорошие мальчики», рассказывающая о трех подростках, которые решили во что бы то ни стало попасть на взрослую вечеринку. Так, интересно. Третья строчка. Картина «Победитель». «Победитель» – это что такое? Что за фильм? Не говорят. Ну вот, посмотрите, если вам интересно. Так, что еще? Автор супрематического креста в Екатеринбурге призвал к диалогу. Господи, с этим крестом не знают как... А тут у меня по-другому как-то было. У меня в Екатеринбурге решили убрать крест с граффити лампаса. А у него там кроме креста ничего нету. Если убрать крест... Ну, это все равно, что убрать квадрат с Смолевича. И что останется? Непонятно мне все это. В Воронежской области 12 человек погибли от отравления грибами. Мама родная. И на лечении 7 человек, один в тяжелом состоянии, всего с начала сезона. В центр отравления поступило 67 человек, в детскую больницу 3 детей. Да это что такое, а? Ой, блин, такое количество летальных исходов при отравлении грибами не было несколько лет. В 2012 году отравилось 103 человека. 4 человека умерли. В 2011 пострадал 101, 7 погибли. Угу. Больше всего смертей от отравления грибами было зафиксировано в 2005 году. Тогда погибли 16 человек. А сейчас уже 12. Это еще, сезон не закончился. Ребята, ну что вы, как вот эти грибы? Я понимаю вообще. В России жрать-то нечего. Хоть грибков поесть, да? Хоть отравленных. Ну ложи-ка мне, да? Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц. О как! И как же они будут отпугивать этих птиц? Я вам говорил уже, что да, что там на вот этих вот на решетках, не на решетках, а на турбинах вообще этих птиц перьев не нашли, ни крови, ни перьев, ничего не нашли. Он сам сломался. Вот в чем дело. Что-то там не то. Оборудование, какое оборудование? Ну, не знаю, запускайте речи Путина, и птицы все уснут. И не будут тревожить самолеты. Хороший, хороший совет. Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос». Кто там, кто там? Полина Гагарина. Она поет еще? Ну, даже. Константин Меладзе. Он живой еще? Ой. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Ну да, он там нашнурит. Так, кто еще? Сюткин. О, Сюткин во всех дырках. Он такой вот. Сюткин. Да, ну кто там еще? Алсу? Нет, Алсу нет. Нет, это тут дальше про Алсу, что был скандал, скандал с Алсой. Мэрия Москвы. Где-то у нас машина едет странная. Мэрия Москвы отказала в проведении шествия оппозиции 3 сентября. А почему? А сослались на то, что в этот день будут проходить мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбе с терроризмом. Так солидарность с терроризмом или борьбе? Как-то странно. Солидарность и борьба не бывает одновременно. Ну, вообще-то бывает. Например, я с женой солидарен, я с ней борюсь. Так, что ли? Ладно, закроем лучше. Подальше от греха. Новость происшествия. Московская газета. Неизвестный украл из коттеджа пенсионера на западе Москвы 14 миллионов рублей. Вот так вот он отжал окно на кухне, взломал сейф и 14 миллионов 208 тысяч рублей. Пенсионер. Какой, а? Наверное, пенсия хорошая. Сергей Митрохин – замаскированный кандидат в Мосгордуму от власти. Так считают пользователи соцсетей, ребята. И вы мне тоже уже писали. Всем отказали. Яшину, Гудкову, Соболь. А он прорвался. Кроме одного яблочника Сергея Митрохина. Подозрение, подозрение. Очень странное обстоятельство, что Яшин сидит, Галямина сидит, Навальный сидит. А Митрохин на свободе. С таким счастьем и на свободе, да? Да-да-да, кандидат от мэрии. Да, может быть, вполне, да. Яблоку, я не верю в яблоку, оно давно уже с червями.
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу. Слушайте, вот услужливый дурак опаснее врага, да? Он его пригласит, да, и дальше и чё? Просто пригласит в гости, понимаете, в гости. Не то, что там выступать или что, в гости. Блин. Так, Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне». Мама родная, а Анджелина Джоли сыграет эту Машу Захарову, да? Ну что такое? Ну прям я не знаю, а? Доверили кому? Ну, что думают, а вот что думают? Депутат выписал Сиси Кетч на юбилей жены. Помните Сиси Кетч? Да, было. Звезда поп-музыки 80-х годов. А какой депутат-то? А депутат... Попов его фамилия. Вновь гулял в шатре. Праздновали 55-летие жены Марины. На этот раз гостем мероприятия стала звезда мировой эстрады 80-х Сиси Кетч. Вот такой вот дела, ребята. Да, вот она выступает. 2 месяца сам Владимир Попов праздновал свое 60-летие. На ведущем на мероприятии выступал Иван Ургант, сам именинник, прилетел на день рождения на вертолете, встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках. Задекларировал доход 900 тысяч рублей. Жена 628 тысяч. По аграрным вопросам. О, гуляют, да? Китайский суперкорабль просочился в сеть. Очень интересно. Огромный десантный корабль для ВМС Китая уже почти построен. Не так давно мировые информационные агентства рассказывали, что в КНР построили первый самостоятельно разработанный авианосец. Но, как оказалось, это не единственное значительное пополнение китайского флота. Авианосец у Китая. Ну, надо же. Ну, и вот новое какое-то судно. А в России нет авианосцев, и не было никогда. Есть авианесущий корабль, который дымит. Пользователи сети нашли в Египте двойника Стива Джобса. Да, фотографии. Ну, прям вылитый Стив Джобс. Я что хочу сказать? Да, это найти-то можно. И меня могут тоже найти двойника. Я хочу сказать, я до сих пор не пойму, почему он умер. Ну да, рак, все. Ну, отказался от американских врачей, поехал куда-то там в Тибет, что ли, или что-то в этом роде. Не знаю, я, ну так вот, досконально я не знаю, ну как-то это странно. С такими деньгами и с медициной. Любая медицина в Америке ему вот доступна. Ну ладно, жалко. Мужик такой, харизматичный очень. Всего хорошего, до свидания. Чтобы не заканчивать на грустной ноте, у нас 20 градусов, а дождик все идет. У нас воды налилось, мрак. Ну ладно, пока. До завтра, ребята, уже сегодня больше ноль ничего не будет. Чао-чао.